Ребята, всем привет, с вами Диана, и сегодня у нас будет распаковка видео с квадрокоптера CIMA X5HC. Поехали! И это квадрокоптер CIMA X5HC с камерой The New Drone. Вот так выглядит его упаковка. Квадрокоптер серебряно какого-то синего бирюзового цвета. Надо для начала прочитать инструкцию, которую мы читать, конечно же, не будем, потому что у нас есть квадрокоптер тоже от CIMA X4. Дальность полета квадрокоптера где-то 150 метров. Дальше он просто перестает передавать сигналы и выключается. Также он может транслировать видео через приложение сразу на телефон. Также он делает сальто на 360 градусов. При сильном ветре он летает не очень хорошо, потому что его сдувает. Качество видео это 720p, и оно достаточно хорошее. Видео, в которых рассказывается об этом квадрокоптере, на ютубе очень много, а вот самих видео с самого квадрокоптера мало, поэтому оставшаяся часть моего видео будет с видео с квадрокоптера. Точнее, с его камеры. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos. C'est parti. I got it. На этом все, дорогие друзья, с вами была Диана. Не забывайте подписываться на канал, ставить большой палец вверх, а также задавать вопросы в комментариях под видео с хэштегом AskDi. Также у меня есть не очень веселая новость. Я сломала на катке левую руку, и поэтому видео будет выходить реже, так как снимать мне их тяжело. Но ближайшее видео я хочу выпустить AskDi, так что не забывайте задавать вопросы.